Здравствуйте, с вами лаборатория Ясность, фильм первый. Речь пойдет вот о таком вот устройстве, которое я когда-то собрал, и о тех опытах, которые я с ним ставил. Вот его схема. К сожалению, ее оригинальный векторный вариант был утрачен. То есть это выпрямитель, трансформатор силовой, это вот трансформатор высоковольтный, это показометр, который ток показывает, там выпрямитель внизу в углу видели справа. Вот шунт, на котором меряет этот миллиамперметр, сколько тока между силовым трансформатором между выпрямителем и высоковольтным трансформатором отбирается. Вот он так вот работает. Вот он так вот работает. Сейчас еще раз его схему будет показано, то есть это обычный трансформатор на 60 Гц, выпрямитель нехитрый, там шунт у меня неправильно нарисован, он не там, меряется на нем ток, и дальше этот трансформатор высокочастотный, вот мы на какой частоте он работает примерно. Сейчас у меня тестер немножко с ума сходит от его частоты. Вот такие частоты. Где-то 42. Килогерца. Напряжение порядка 14 тысяч вольт. Вот тут я показываю простую вилку Авраменко. Внимание, ее надо обязательно, если конденсатор заряжаете от высокого напряжения, обязательно его надо потом спустить, чтобы он током вас не ударил, если будете повторять мои опыты. Вот я собираю мост, обычный мост, пружинками собранный из четырех диодов. В него вставляю емкость неопределенную, которая выдерживает это напряжение все до 1000 вольт. Газоразрядник на 1000 вольт, чтобы было видно, как это электричество накапливается, заряд, дальше зарядник пробивается, разрядник пробивается и очень ярко светит в этот момент. Заодно конденсатор не взрывается, а предохраняется таким образом. Вот я такой вот собираю схемку на пружинках, чтобы было понятно, как я их так быстро собираю. Ну вот, чуть-чуть на его конец не задействован этого моста. Я подвожу, так сказать, нагрузку в виде этой лампы. И разрядник почему-то начинает мигать, как следствие более скорой зарядки емкости. Карандаш тоже хорошая, так сказать, нагрузка. Вот обычный мост, если вы забыли, как он выглядит. Вот полумост. Он же вилка Авраменко. В него вставлен резистор на 1 мегаом. Мог своим вольтметром на 600 вольт померить. Сколько же там все-таки полярность хотя бы определить. Не сразу его подключаю. Вот так вот выглядит. Те, кто не знает, что такое вилка Авраменко, о чем говорят, вот у меня мегаомный резистор. Вот мой источничек, я так символично рисую, зелененький. Вот схема с полным мостом. То же самое. Вот так вот полярность расставляется, когда
Один провод подсоединен к схеме, а второй то ли емкость окружающего пространства, то ли он вообще не нужен. Вот так я в C включал свой вольтметр. Мультиметр, конечно, но нельзя его в работающей эти цепи никак включать, то что он начинает трещать от этой частоты. Ему это вредно. Боюсь испортить. Вот у меня. Еще раз тот же опыт. Только с резисторами в цепи питания. И не очень-то все это заряжается. То есть сопротивление все-таки влияет на 2 мегаома, 2 резистора, соединенные следовательно. Все-таки сопротивление не пускает туда заряд. Вот я это все изображаю. Резистора. Мой источничек и никакой искры. А вот если поставить искровой промежуток на 1000 вольт в цепь однопроводную последовательно, то все работает не хуже совершенно, чем без него. Он даже сам у меня мигает без всякого карандаша почему-то. У него погода сегодня летная. Вот так вот он выглядит. С искрилкой. Резисторы там совершенно никуда не идут. Они даже как антенна не помогают. Я его разрядил. И то же самое повторяю без разрядничка. То есть разрядничек совершенно не влияет. И главное, он пробивается очень тусклой искоркой. А этот разрядник, который параллельно с конденсатором, он очень ярко светит. Вот такой парадокс. Все, с вами была лаборатория Ясность. До встречи.